видел. Ты видел только с этим. Мы вчера прошли еще с группами на зенитке. На ее месте. Чё тебя так плохо слышно? Потому что порт рукой. Так. Было же нормально для этого. Ты переключился. А, во время миссии нельзя войти в трейлер. Чего стоишь? Да просто. Капот отстрелился. Ну так чё? Да я случайно, блин, вместо купить сырьё, блин, надо украть сырьё. Сейчас вот везу его. Прикольный мотоциклист попадает под мой этот трейлер. Раз и взрыв. Ром, посмотри назад. Что у вас там?
Все. Враг номер один у меня теперь. Денчик. А? Серые машины. Ништяк. Где ты куда делся? Выпал. Как-то. Ну вот так вот. У меня был бы выпасок. Денечка, тебе еще на складе много бунки, и у Ромы, соответственно, вопрос тоже. У меня половина сырья. Ром, тебе? Ну, это только бункер. Пусто. Давайте. А, ну, в одном 4 было, в одном половина. Не, у меня просто бункер скоро пустеет. Чуть-чуть бункер поднять, я готов с вам возить все, что угодно. У меня предприятия пустые. Ну, давай стартай на мох. Я немножко далеко от них. Надеюсь, ты это... Ладно, надеюсь. Понятно. Микрофон запах не передает. С вертушки. Спойлером. На какой? Или в бункер, кроме... Не по пути. А вообще где? Ну, я вообще из города вылетаю сейчас. И куда? Пока что могу к вам. Значит, к нам. Сейчас я здесь заверну. Нихера себе ты сворачиваешь. Че? Стремительно. А, да. Поехали. Ставили заборов. Пока принимать не буду, потому что если я приму, я вылечу из штаба своего. Какой цвет прикольный. Да, встань ты уже на колеса. Лаву. Так, погоди секунду. Вообще без разницы куда. Они все пустые. Давай к деньгам, они ближе. Ну, поехали в деньги. Сейчас, стой. Для симметричности.
поднимай там. Сейчас я доеду. Пока еще достаться. Так, мы же в деньги, я уже убил. Нет, я еще не отходил. Я ставлю такой, ничего не и тут колышки такие вперед пролетаются. Перепиздать. А ты чё, свой штаб вызвал, да? Ну, он как-то сам собой вызывается. Я понял. Ну, я на нём покатаюсь тогда. Где там этот штаб? Денчик, а ты чё, свой штаб почему не покрасил? Да. А я уже думал, что это мой штаб. Ну, ехать ты, видимо, будешь долго. Помнишь, мы с тобой смотрели, что типа в этом штабе есть средние пушки? Но. Помнишь, мы предположили снять полигата? Ты предположил. Ну да. Это автопушки. Тоже. Я так и думал. После дополнительного.
Здрасте. Все психуют. Mm-hmm.